Да, она сейчас запчет до всю ночь. Положите. Ну, в общем, их сдают потом. Ну, ну я все проверял лично. Ну поэтому. Так, у вас подписи и деньги. У меня чек. А у меня же там 10 тысяч. Сейчас скажу. Здесь не надо. Дальше. Что же у вас только бумаг? Это Максидон. Максидон, да?
Да, я говорю, в 7 местах клиент расписывается, и все равно потом приходит и пишут претензии. Вот претензии не имею. Внизу. Просто подпись. Дальше следующий страничок. Стандартная шутка всех лет, я на партию документ подписываю. Да. А вы так не шутите, мужчина. Мужчина. Ну, наверное, цветной дом. Вы, в общем, не шутите. Не знаю, что вам. Это все лишь документы. На вопрос. Так, где тут? Где он? Ну, да, сдал, поменял, отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев? Да, потом кролик поставить, расписываться. А, значит так, то есть надо что-то? Не, не надо ничего. Все, теперь все. В общем, да, значит, чек вы мне дали, моя... Чек вот лежит. Ну, у меня каких-то меньше, да, вот этих вот? А у вас всего сама накладная с перечнем товара, куда вы ее уже... А вот она. Ага. Да, это мой. Ваши. Ваши, в общем, деньги. Вот. И, в общем, мешочек мусорный. Сейчас, я багажник. Ага, хорошо. Вы знаете, его можно прям выкинуть, вот где вы езжали, там такое дерево, там такие большие, по-моему, баки стоят. Вот прямо в баковой пути. Все хорошо. Угу. До свидания.